Сегодня в Кирове состоялось официальное открытие купального сезона. Однако начать его жителям помешала не только погода, но и неготовность городского пляжа. Специалисты до сих пор продолжают там работу. Что уже сделано, а что только предстоит, знает Надежда Шубулина. Пляжный сезон открыт, но вместо отдыхающих на берегу Вятки только работники. Сегодня до конца дня они должны установить навесы и убрать траву. Все остальное, а это кабинки для переодевания, мусорки и биотуалеты, на пляже уже есть. Противоклещевая обработка у нас проведена, очистка дна проведена. Значит, все необходимые дополнительные элементы, такие как спасательные службы, обеспечение медицинское, у нас тоже предусмотрено. Территория убрана от мусора. Но до купального сезона еще далеко, подводят итоги специалисты. Несмотря на то, что песок соответствует норме, качество воды в реке оставляет желать лучшего. Этот показатель представители администрации держат на контроле. У нас есть превышение по коллиформным бактериям и обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов. То есть это вообще не допускается. Вот. Единственное, что когда вода спадет, все тоже зависит от погодных условий. Сегодня специалисты из Центра гигиены и эпидемиологии в очередной раз взяли пробу воды из Вятки. С наступлением лета делают они это раз в неделю. Около 3 литров, говорят работники, хватит, чтобы обнаружить в воде нефтепродукты или кишечную палочку. Чтобы анализы были точными, специалисты берут воду на глубине 1 метра и на расстоянии 10 метров от берега. Результаты анализов будут известны уже через пару дней. Надежда Шабалина, Николай Шахарбеев, Бюро новостей «Давеча».